так давно Кирилл Савин получил травму серьезную, порвал кресты. Я думаю, что для каждого человека, когда его поддерживают все массово и про него никто не забывает, ему приятно. И поэтому мы собрались, решили, что нужно поддерживать его. И сделали майки, и вышли в них. И я надеюсь, что ему было приятно, потому что мы всем сердцем поддержали его. Во время игры, когда он получил травму, он сел в край лавки, у него будто жизнь остановилась. Ну, просто все прониклись, все понимают, каково это и насколько это больно и тяжело, когда случается подобная вещь. Возвращайся поскорее, мы очень ждем тебя, и я надеюсь, что твое настроение никогда не будет падать, а всегда, если что, мы тебе поможем, пиши, звони, мы будем звонить, поэтому, Кирилл, держись, мы с тобой. Есть Савин через центр, 2 с фолом! Савин! Сава, я тебе уже говорил и много писал. Я считаю, что этот путь должен пройти каждый спортсмен, и это жизнь настоящего спортсмена. Для тебя это вызов. Я желаю, чтобы ты очень сильно к этому и серьезно относился. Я уверен, что ты вернешься еще сильнее, и тебя уже ничто не остановит на паркете.